за нашей кормой остается Дворцовая набережная, Зимний дворец, по левому борту Дворцовый мост, стрелка Васильевского острова. На стрелке находился до конца 19 века главный торговый порт Петербурга. В центре стрелки массивное здание бывшей фондовой биржи. Слева и справа растральные колонны. Слева от нас Заячий остров. Напротив Заячьего острова проходит парусная яхтенная регата. Именно на Заячьем острове и родился Петербург. 27 мая 1703 года Петр I повелел построить на острове крепость. Первоначально она называлась Санкт-Петербург, а с постройки собора Петра и Павла как-то сама собой постепенно переименовалась Петропавловскую крепость. Петропавловская крепость строилась очень быстро. Шла Северная война, Петр боялся нападения шведов. И крепость первоначально-то была построена из земли и дерева. А это массивное сооружение, которое видим мы, из кирпича, гранита, камня, эта крепость уже достраивалась постепенно до 1740 года. Крепость строилась по последнему слову военной науки. У нее 6 бастионов, каждый способен вести круговую оборону. Стены, куртины. Толщина стен достигает 22 метров. Внутри находятся помещения. Изначально это были орудийные камеры, арсеналы, ну а потом, к сожалению, стали использовать многие помещения как тюремные камеры. На территории крепости находилось несколько политических тюрем. Построили новое жилище в настоящем таком рыцарском духе. Павел I же был магистр Мальтийского рыцарского ордена. Что, кстати, странно, орден католический, а Павел все-таки православный человек был. И царица влюбилась. В результате Алексей Разумовский получает графский титул, богатство, дворец в центре города. Впоследствии Екатерина II уже подарила этот дворец своему фавориту Григорию Орлову. Григорию Потемкину, извините. Стороны можно, в принципе, разглядеть сразу 7 мостов. Ну, сзади 2 тоже. Хорошо уже видна колокольня Никольского морского Богоявленского собора. И сам собор сейчас откроется нам с правой стороны, но ненадолго. Дома его заслоняют. Это самая середина 18 века. Архитектор Савва Чевакинский, он же строил Шереметьевский дворец, фонтанный дом. Один из самых красивых в Петербурге храмов в стиле барокко. Это прозаическая. Купец, по фамилии Поцелуев, держал неподалеку от моста кабачок под названием Поцелуй, ну потом как проза перешла в поэзию. А купол Исаакиевского собора прямо по курсу у нас над крышами домов замечательно виден. Высота Исаакиевского собора 105,5 метров. О, четвертое в мире по величине купольное сооружение. Исаакиевский собор строился 40 лет. Почти вся жизнь архитектора Монферана ушла вот на это единственное здание, на постройку Исаакия. Молодым человеком Монферан приехал в Россию, а умер через месяц после окончания строительства. На Исаакиевской площади располагается множество достопримечательностей. Главное, конечно, Исаакиевский собор. Он будет виден с левой стороны при заходе под мост. С правой стороны находится Мариинский дворец. Это подарок Николая I любимой дочери Марии ко дню свадьбы. Хороший подарок. Там сейчас законодательное собрание Петербурга заседает. И в центре площади находится памятник Николаю I, конная статуя.
При входе под мост слева, прямо в набережную, сделана пирамидка с трезубцем. Вот пять черных обручей на этой пирамидке – это уровни самых крупных наводнений Петербурга слева от нас. Ну и, конечно, сам Исаакиевский собор. Во второй половине мост будет еще ниже, так что осторожно. Если оглянуться налево, то на фоне неба хорошо памятник Николаю Первому смотрится. Уникальность памятника в том, что у него всего две точки опоры – задние ноги лошади. Такую замечательную лошадку, конечно, только Петр Клод мог бы сделать, что он и сделал. Тот самый, который ваял лошадей на Аничковом мосту. Так что император твердо стоит на пьедестале. Мы с вами вновь приближаемся к Красному мосту, то есть к нашей исходной точке, к причалу. Но торопиться не нужно, пусть теплоход надежно пришвартует.